Цирк ТВ. Как всегда, в темном углу Ютуба с вами Вспунчик. Идет 74-й день моих тренировок. Я двигаюсь маленькими, но верными шажками. И мне почему-то кажется, что я двигаюсь в тупик. Ну, может быть, я так хорошо натренируюсь, что пробью эту стену, когда до него дойду. Своим супер пинком или рукой. Чем-нибудь да пробью. Я должен это сделать. Ой, что мне там хотел прокачать? Следующим. А, вспомнил. Активное умение, да. И мне не хватает одного очка. А я в этот день уже тренировался в зале или нет? Может, мне спарринги? Зачем я на автобусе проехался, не знаю. Ну-ка, спарринг, окей. На сегодня с тебя хватит. Я еще 3 бакса потратил ради того, чтобы мне сказали то, что на сегодня хватит. Обидненько. У меня, оказывается, ловкость скоро 8 будет. Ну, сейчас я пару дней поработаю, и у меня это все упадет. Мне интересно, как у меня на работе повышается здоровье? Вроде бы на стройке оно наоборот должно уменьшаться. Там спину сорвать можно или еще что-нибудь. Тьфу-тьфу-тьфу, надеюсь, здесь такого нету, не предусмотрено. А то еще получу травму на работе, и мне придется все еще деньги на лечение спускать, и это будет ох как плохо. А сегодня бой подпольный? Пойти что ли попробовать? Мне как раз еще же одно умение доступно. Долгоиграющий, ну-ка. 7-5-6. Ну, на силу он должен быстро выдыхаться, а у меня как еще пропуск атак есть, он должен быстро выдохнуть. Устать и начать падать. Посмотрим, прав ли я. Кстати, последние, наверное, на этой неделе серии начнут выходить реже, потому что так как у меня экзамен на носу, мне надо будет готовиться. Не знаю, получится у меня выкладывать так же, в таком же темпе серии. Да еще и к экзамену подготовиться, хотя навряд ли. Так что если серии на канале станет меньше, не удивляйтесь. И с вордбрейкером я не смогу заниматься из-за этого, потому что он мне много времени все-таки занимает. Это могу Punch Club или Dext начать сесть записывать, там, монтировать недолго. Это все быстро на самом деле происходит, ну, немного времени занимает. А вот с Wordbreaker на него нужно много времени. Так что только после 20-го я смогу его записывать. Я неплохо ему так всовываю, я как и говорил, он устанет, и я ему начну по роже бить. Ты сколько посмотрите, как ему ногой хорошо прописывает, я еще не знаю, как он встает. Давай еще раз ему так же пропиши, только чтобы он больше не встал. Бах, вообще, все, труп. А неплохо идет. По крайней мере, эта серия уже намного больше мне нравится, чем предыдущие две, когда я проигрывал. Самое главное не сглазить. Надо же, я наконец-то смог это сделать, я ловкость до 8 поднял. Ну что, еще один подпольный бой. 9-3-7. Ёпт, если он не ударит, мне вообще плохо будет. Ну что ж, попробуем. Хотя он вообще по мне попадать будет. Ну и да, он походу мне ничего даже сделать не сможет. Мне вот интересно, он по мне хоть один раз попасть сможет? Или все удары, которые будут по мне проходить, будут мимо? Он себе на 6 сам ударил. Не, попал один раз, обидненько. Сейчас даже падать начнет. Ух ты, зато если он по мне попадает, мне как-то много сносит. Все, не выдерживает встреча. Он какой-то огромный, но бесполезный. Хотя его хрен пробьешь, ну, КП практически 200. Мне единственное, что плохо, только один удар. Мне долго их вырубать. Единственное, на чем сейчас играю, это то, что они выдыхаются, я их могу спокойно в нокдаун отправлять. И из-за этого они умирают. А вот если мне попадется такой же персонаж, как и я, это, наверное, будет скучный бой.
И он по мне попадать не будет, и я по нему попадать не буду. Так, пешочком. Сколько у меня здесь кусков мяса? Еще 4, это значит еще один день я могу спокойно потренироваться. Статы как раз в порядок приведу. По 72. Ну смотри, даже не упала ловкость. Я неплохо так себя развил. Ну-ка. Кто следующий? Тоже такой ловкач. Только у него выносливости 8. А, нет, он не ловкач. Он выносливый. Ну, посмотрим, на что ты способен. Чё ты как-то... Ничего мне сделать особо не можешь. У тебя так скоро выносливость кончится. Нифига себе у него удары, если по мне проходит, больно наносят. Не то, что мои удары по нему. Даже... Ты чё это уклоняться-то перестал? Уклоняйся дальше так. Чё-то как-то он по мне больно бьет, и мне это не нравится. Начни уже падать. Бах, вот, все, началось у него. Хотя он опять себе 44 восстановил. Как так? Я по нему вообще не бью. Зато он по мне бьет прекрасно. Да сделай так, чтобы он упал. 28. Интересный раунд, интересный. Я даже не знаю, кто победит. Конечно, я болею за своего персонажа, но мало ли, блин. А, он атакующий себе удар убрал из-за того, что у него энергии не хватает. Он решил этот раунд переждать. Ему это помогло, он не упал в этом раунде. А, нет, все равно упал. Я тоже думал. Нормально ему так на 8 навтыкал. Давай бей ему по щам, да чё-то он... Как-то мне в этот момент по щам начал прописывать. Да, дальше вот так ногой расстреливай. Бах, вообще вырубил. И лучше бы он не вставал, я его так покалечил походу-то. 14 очков, а 14 очков мне скорее всего не хватит, мне нужно 15. Да? Ну, желтая зона готова, это становится серьезно. Ух, как у меня все хорошо получается. Нужно больше черепов для трона черепов. Пройди красную зону, эта цель будет... Почему эта цель тебя пугает? Не, я смотрю, у тебя неплохо получается драться. Продолжай. Видишь ли, этой лигой все бойцы принадлежат Донны, и он отбирает лучших. Любопытно, и что он делает с лучшими? А вот сам у него и спроси, Дон хочет видеть тебя, не заставляй его ждать. Ну, Дон, у меня на тебя пока времени нету. Попробую я его сейчас избить. Мне он даже просто интересно. Да, да, ты мешаешь своим громкой музыкой. Ну что ж, вот и пришла твоя смерть. А, как, а я все удары что ли не выставил? А, ну да, он же у меня заменился. Теперь у меня 40% наносит, когда я уклоняюсь. Нифига, он сам себе 12 нанес. Неплохо, неплохо. Ой, на 29 прилетело сбито. Ты чё не уклоняешься-то? А вот такие сильные персонажи, если они по мне не попадают, по ним очень хороший дамаг проходит. Ух ты, да ты как так пропустил-то? Все шло хорошо же. Ты выигрывал? Нет, не пропускал ударов, чуть не умер даже. Ужас, ужас. Тебе нельзя больше ударов пропускать.
Только я в тебе поверил, и ты меня так подставил. Вот зачем ты со мной так поступаешь, а? Почему ты хочешь, чтобы я в тебе разочаровался? Ну как так можно было? Ты же в прошлый раз, когда с ним сражался, так хорошо уклонялся от его ударов. Я понимаю, что тебе тогда было не по силам его побить, но ты очень хорошо уклонялся. Если бы ты сделал то же самое, что и тогда, ты бы его побил, но нет. Ну хоть в подпольных боях ты меня не подведи, давай. Их тут двое? Это как бой проходить будет, мне аж интересно даже. Не, ну этому я не должен проиграть. По крайней мере, если он не получит сейчас тоже на 70 хп. Или сколько он мне тогда нанес за раз. Что, у меня сразу все хп улетело. Я вот думаю, брать мне отравляющийся пинок или нет. Ну тогда я порежу сразу свою силу и выносливость. Они больше 8 подняться не смогут. Но отравленный пинок очень хорошо подходит к моей тактике. Я же, получается, будет урон ядом, когда он по мне будет контратакой по нему бить. И он просто со временем сам себя убьет. Но мне так не хочется из-за этого силы с выносливостью резать. Одного вырубил. А второй шли так, для подтанцовки был. Смотрел, как я с ним буду сражаться. Это вообще какой-то слабенький. Ни о чем, не тоже. Может, мне надо было раскачиваться в силу, чтобы вырубать их с одного удара? А то бейтбол как-то проходит. Мне нужно что-нибудь такое, какой-нибудь удар, который сжигал бы их выносливость. Чтобы как-то стамине ударить. И она у него быстрее кончалась. Чтобы быстрее в него нокаут отправлять. В общем, бы хорошо бы мне зашло на самом деле. Сто 150 бачей? Неплохо, неплохо. Мне подпольные бои нравятся все больше и больше. Вроде бы полегче как бы стало, против двоих всего сражался. Ну, 150 баксов, это мощно. Это что получается? Мне, если за эти 150 баксов я могу просто пойти тренироваться? Мне даже не надо работать? Ну что ж, еще раз попробую. Ух ты, тоже ловкач. У меня перк на уклонение стоит. Ну... будет меньше энергии, но крайне зависит. Плавное уклонение. Я себе тоже такое хочу. Хотя, мне энергии так не кончается. Что-то я уже 2 удара поймал, 3 удара поймал. 4 удара подряд, 5 ударов подряд. Да ты чё, вообще не уклоняешься, что ли? Чувак, что с тобой? По мне он хорошо попадает, а я по нему вообще не попадаю. Это что за прикол такой? Я еще и удара не наношу, он почему-то по мне бьет, а мой стоит как истукан, не уклоняется и по нему не бьет. Хотя очень хорошо он уклоняется моих ударов. Ну ты че, чувак, почему ты не уклоняешься, почему ты только все ловишь? Хоть этот падать начал, у него энергия кончилась, пока он меня бил. Так спокойно. Давай, бей его дальше.
А, может быть из-за этого, у меня же... Увеличивает шанс на пропуск персонажа атак. Точно, блин, как что-то я тупанул, у меня же этот скилл. Влияет на то, что я меньше уклоняюсь, точнее, меньше бью по нему. Не надо ставить его в самом начале раунда. Ладно, может вырублю его. Еще. Давай, только не подведи меня, мне нужно выиграть этот бой. Да тебе нужно выиграть этот бой по-любому. Во, все, одного вырубил. Так, теперь... Ой, это вообще какой-то слабенький. О, у меня 55 хп осталось. Точно, их же двое. Интересно, смогу я его вырубить, нет? Давай, бей по нему. И уклоняйся, бей, уклоняйся, бей, уклоняйся. Чё-то как-то уже страшненько, страшненько. Избил пока только одного. Давай, у него энергия кончается, не давай ему восстанавливаться, вырубай его. Как встал, снова ему прописываю, пока он не оклемался. Во, еще раз его вырубил. Давай за этот раунд выруби, блин, я не смог. Я думал, за этот раунд еще раз его вырубит. Ну вот, все, выиграл. Ух, а я уже переживать начал. 19 очков, минус 40 здоровья. Что я себе прокачать могу? У тигра. Удар в кадык увеличит затратение вашего противника на сито. Во! Вот это как раз то, что мне было нужно. Это как раз то, что я и хотел. Контратака наносит чистый урон в случае успешного применения. Мне это надо. Мне по-любому это надо. 300 баксов у меня. Неплохо, неплохо. Мне это нравится. Так. Зайти сюда. Гони сюда все бабло. Эй, герой лучше подкачался в зале немножко, прежде чем ходить с полным кошельком людей, пытаясь... Да я только хотел купить себе тренажер. Подойди и попробуй отнять. Буду я еще ему все деньги отдавать. Сейчас. Он разбежался. У меня раньше этот пинок стоял. А, неплохо, он теперь бить будет. Бой. Хорошо, что у меня здоровье восстановилось. Но я по-любому должен его избить. Хотя уклоняется он хорошо. $300 ему отдать. С чего это вообще вдруг разбежался он? Просто так буду ему деньги отдавать. Мне наверняка из-за того, что его еще побью, очки опыта дадут. Которые мне так нужны. О, что-то у меня энергии совсем мало осталось. Он меня сейчас так и уронить может. Интересно, кто упадет первый, он или я? Он упал первый. Прекрасно. Так, теперь вместо удара рукой ставить вот это. Все вообще его вырубил. 2 очка дали на халяву. Тебе стоит быть осторожнее, таская такую сумму. Да я всего лишь хотел дойти до отсюда и купить себе тренажер. Что бы мне купить? Начну вот с этого. Или Винчун. А чё, почему же мовая скамья так дорого стоит? Не знаю. Так, ну что ж, привел себя маленько в порядок. Если так подумать, сейчас будет 3 боя подряд. Ну-ка, схожу-ка в Лигу новичков.
Здесь сначала подерусь. А я так подумал, мне контратаку-то два раза было не обязательно прокачивать, если я буду наносить чистый урон от своего уклонения-то. Ты чё так много ударов-то получаешь? Он не такой уж и ловкий. Чё-то мой персонаж опять щадить начинает. Он сейчас ещё в этом раунде что ли упадёт? Ты издеваешься надо мной? Что опять-то с тобой происходит? Какого фига ты вообще упал? Да почему ты не уклоняешься? Во, нормально ему проходит, нормально, так и прописывай. А это что ты меня заставляешь за тебя перезаживать? То вроде уклоняется все время, то вообще не уклоняется. Ужас, ужас. Теперь вы двое, да? Ну что ж, лысый, посмотрим, на что ты способен. А я, наверное, вот этой способностью против блоков вообще пользоваться не буду. Зачем мне она нужна? Ну-ка, сколько это рук? Ух ты, я чуть не упал в одном раунде. Точнее, в самом первом раунде. Сколько этот удар рукой наносит? 7. Нафиг я его тогда вообще ставлю? Пусть он все время ногой бьет. Мне просто вот эту способность можно снимать и все. Все время ногой бить будет. Как-то я туплю. Все, повалил его. 83 хп на второго осталось, и я не знаю, что он умеет. Надеюсь, он не очень хорошо сражается. Ничего так, парень. А, чтобы начать, мне надо по-любому, да? Да пусть лучше это стоит. Да, пусть так лучше будет. Честно, когда я смогу все тренажеры дома собрать? Это мне не надо будет за качалку больше наконец-то платить. Но хотя мне все равно придется туда ходить, чтобы... в спаррингах участвовать вместе с Сильвером. Я в этих спаррингах уже много очков поднял. Ты чего не уклоняешься? А, он мне ловкость снижает, он меня сейчас так побить даже может. А, вообще меня положил. И убил, ёптать, я еще и травму, наверное, сейчас получу. 20 баксов дали только. Ууу, 2 очка. Хоть травмы нет и на этом, ладно. Мне на этом надо заканчивать, а то мне уже сама игра говорит, хватит тебе побеждать, он в конце все-таки слил. А? Придется мне опять идти работать, а тренажере, которым ходил, придется забыть. Эх, жопа, ладно, всем пока.